Ukrayna silahlı qüvvələrinin 93-cü moto atıcı alayı Xarkova hücum edən işğalçı Rusiya ordusunun hərbi kolonunu canlı qüvvə və texnikası ilə birlikdə tamamilə məhv edib. İşğalçıların necə və hansı vasitələrlə məhv edilməsi haqqında alay komandiri jurnalistlərə məlumat verib. Həmin reportajı sizə təqdim edirik. Kolona. Dəjdəlis. Отработали результаты. Всех требов. Слава Украине. Ну, было 7, уничтожили 4, а остальные 3 попадали в кюветы. То есть колонна никуда не ушла. А, там вот... а живые остались? Да, сбежали и словили местных. Потому что эти сволочи вернулись в село, блядь, начали расстреливать людей, воровать машины и пытаться уехать. Домов ужал. Что осталось? А какая ракета была? Штурма, все штурма. Штурмы отработали. Вот, блин, замка. А тут вот так пипец, пол машины нульс, вообще, блин. Машины абсолютно новые, блин. Двигатель все новое. Сейчас тут может. О! Не обугленный. Гуляш с картофелем. О, сейчас еще что-то найду. Вот какие-то джемчики. Сейчас посмотрю. Рагу из овощей. Посмотри, какой баночки. Это Ураль. Счастье, блядь. Машина полностью. Тут не, что только не валяется. Там цинки с патронами, блядь, всех калибров. Ящики. Разрывало. А там целых очень много. 17, 78, 50. Ну, это видишь, разные модели танка. Вон, видишь, из России там замалевано что-то. Да, какая-то отверточка, крючочек. Ножик. Можно и нож. Да.